В Рио главы республики Сергей Меликов обратился к дагестанцам с призывом сделать прививку от коронавирусной инфекции. Руководитель региона сообщил, что в последние дни растет число заболевших и госпитализированных. Дагестан опять вынужден увеличить коечный фонд для ковид-больных. К сожалению, не удается избежать и потерь. Нынешняя ситуация все больше напоминает нам о событиях годичной давности, когда в дома дагестанцев неожиданно пришла беда. Вспомните, скольких дорогих для нас людей мы потеряли. Вспомните о часах и минутах, когда не удавалось достойно проститься с родными и близкими. Неужели мы позволим вернуться в нашу жизнь таким понятиям, как локдаун, удаленка, дистанционное образование? Неужели мы хотим опять сидеть заперти, без работы, чтобы наши лето и осень наши дети видели только из окон квартир домов? Чтобы в республике замерла хозяйственная и экономическая деятельность? Остановились стройки, закрылись театры, опустили спортивные залы чтобы стало невозможно проводить религиозные обряды, играть в шумные свадьбы, путешествовать, общаться с друзьями, познавать мир. А ведь Дагестан – один из регионов России, наиболее пострадавших в период пандемии. Мы многое перенесли и уверен переосмыслили этот тяжкий опыт. Призываю вас в память о тех, кого мы потеряли, ради тех, кто должен жить дальше, сделать все возможное для благополучного завтрашнего дня. Несмотря на распространение коварной инфекции и тревожный прогноз, у нас есть шанс, и этот шанс – вакцинация. Знаю, кто-то предупрежден против такого шага, кто-то испытывает сомнения, даже страх свойственной человеческой природе. Недоверие подпитывается информационными вбросами, якобы о ненадежности вакцины, а порой грубо сработанными фейками, действующими на подсознание. Хотел бы призвать земляков, не позволяйте манипулировать вами, вашим здоровьем, вашей жизнью. В нашей республике, как и в других российских регионах, приняты меры для проведения массовой вакцинации. Сегодня у нас есть выбор, и все предлагаемые российскими специалистами вакцины уже доказали свою эффективность. Наши отечественные препараты призваны в многих странах мира. Да, вакцинация – дело добровольное, но речь идет о нашей с вами безопасности, безопасности граждан России в целом. Вакцинация – это кратчайший путь к возвращению в русло нормальной жизни, с ее повседневными заботами, планами, общением, с дорогими близкими, удовлетворениями от любимой работы. Я убежден, эти ценности объединяют нас всех. И нет человека, который бы не желал добра и благополучия своим родным, друзьям, коллегам, в конечном счете своему родному краю, родной стране. Уважаемые друзья, очень рассчитываю на вашу поддержку. Пусть здравый смысл победит недоверие, беспечность и необоснованные страхи.